Внимание жителям! В Орле ищут пропавшую пенсионерку. 77-летняя Анна Матвеевна Макарова ушла из дома 21 июля. До сих пор никакой информации о ее местонахождении нет. К поискам женщины уже подключился поисковый отряд «Лиза Алерт». Приметы: рост 163 сантиметра, среднего телосложения, волосы короткие, рыжего цвета, глаза карие, хромает на левую ногу. Была одета в платье синего цвета, кожаные белые летние туфли. С собой имела холщовую сумку цвета хаки. Женщина может быть дезориентирована и нуждаться в медпомощи. Всем, кто имеет какую-либо информацию о пропавшей пенсионерке, просьба сообщить по телефонам 8 800 754 52 или 102.